Приветствую, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Записываю урок, как оформить свой профиль в кабинете проекта «Всем миром». Заходите в личный кабинет, заходите в свой профиль. Если у вас еще не придуман логин, нажимаете на карандашик, и здесь будет у вас какая-то билиберда написана, и будет здесь написано «Придумать свой логин». Нажимаете и придумываете свой логин. Имя, фамилия у вас уже есть, если вы благотворитель. Поменять их уже будет нельзя. Поэтому, если кто написал Вася Пупкин, это вам обойдется $250 за такое. Дальше, email подтверждаете. Здесь будет написано «Подтвердить свой email». Подтверждаете и заходите на свою почту, которую вы указали в кабинете. И переходите по ссылке. Точно так же подтверждается и телефон. Вам придет смс-ка на телефон. Пишите свой Skype и указываете аккаунты в социальных сетях. Как это сделать? Вы авторизовываетесь в своих аккаунтах. Одноклассники, ВКонтакте, в YouTube, в Google+. Просто заходите к себе на страницу. Вот я зашла в Одноклассники. Я зашла к себе ВКонтакте и нажимаете. Нажимаете и вот, к примеру, у вас будет вот так. Добавить еще одну сеть. Выбираете ВКонтакте и нажимаете «Добавить аккаунт». Все, аккаунт добавлен. Если мы по нему перейдем, то переходит на мою страницу. Точно так же и здесь в Одноклассниках, точно так же и здесь в Facebook, Twitter, Google+, и свой канал нужно указать. Заранее авторизовывайтесь в своем канале YouTube. Канал YouTube очень важен, поэтому всем советую создать себе почту Gmail и ввести свой канал YouTube. Здесь загружаете свою аватарку, выбираете ваш пол, жмете «Фотография» и выбираете одну нормальную фотографию, где лицо будет видно. Не надо фотографироваться с кисками, собачками для аватарки в проекте. Также пишите текстовый отзыв. Даже если вы ничего не заработали, пишите, почему вы здесь, чем вас привлек этот проект. И жмете «Опубликовать». Также снимаете видеоотзыв. Видеоотзыв грузите себе на канал YouTube и ссылочку с этого отзыва вот сюда отправляете. И его могут рассматривать 3 дня, 7 дней, месяц, когда как. Вот примерно так должен быть оформлен ваш профиль.